Друзья, всем привет! С вами Леся, и сегодня хочу вам показать свой интернет-заказ из магазина Ревкош, который, на мой взгляд, очень интересный и очень выгодный. Мне нужно было кое-что подкупить, и да, как всегда, минус 1000 промокод в Ревкоше играет очень большую роль при покупке на 3000. Все промокоды на баннере в интернет-магазине, все они на видном месте, так что это никакой не секрет, повторюсь. Очень выгодные покупки, очень интересные. И давайте приступим. Первое, что хочу показать, это марка L'Oréal. И я решила снова дать шанс серии Elsev и прикупить себе продукцию для волос. У меня был неприятный опыт когда-то с Elsev в плане того, что эти продукты очень хорошо разглаживали мои волосы, но при этом они их очень сильно жирнили. Не знаю, я решила попробовать гиалуроновую серию. А именно, прикупить шампунь, вот такой вот гиалурон наполнитель и увлажняющий бальзам. Если вы пользовались, скажите, как вам, жирнит, не жирнит волосы, пахнет стандартной какой-то такой косметической душкой L'Oréal. В принципе, я вообще марку L'Oréal очень люблю, очень уважаю. Но вот как-то с продукцией для волос у меня не задалось. И сейчас мы пользуемся на двоих с дочкой продукцией для волос. Она уже ушла от детских продуктов, поэтому будет немножко быстрее все уходить. И также решила взять вот такую вот масочку гиалурон наполнитель для обезвоженных волос. Так. О, маска такая густая, какая-то такая фиолетовая. Ну, запах косметический, яркий. Я очень давно не покупала продукцию для волос от L'Oréal. Все по той же причине, что когда-то мне это не подошло. И не подошло буквально там не одна серия, а три серии. Там вот, ну, совсем. Поэтому да. Значит, что по ценам? Шампунь 280 рублей, бальзам 280 рублей, маска 483 рубля. И также я решила, все-таки решилась попробовать от L'Oréal крем вокруг глаз. Смотрите, что здесь написано. 40+. Я на это не обратила внимания, мне еще 40 лет нету. Осталось до этого знатного события всего лишь каких-то 4 месяца. Ну, так как я пользуюсь как раз, пока начну, пока туда-сюда, и будет мне 40+. Значит, читала отзывы, что пишут, что это не интенсивный, не питательный крем, что он легкий, что он хорошо впитывается, поэтому я решилась его купить. Он обещает сокращать морщины, повышать упругость, заметно сокращать темные круги. У меня, короче, ничего из этого нет, поэтому мне просто нужен вот, ну, базовый какой-то такой уход, и главное, чтобы продукт впитывался, потому что многие продукты просто на мне не впитываются. Так, фокус куда-то. Надо сменить локацию, наверное. Значит, и вот такой вот крем. Очень люблю такие баночки. Вот такие вот, ну, хотелось бы сказать, кругленькие, но она квадратненькая. Ну, мне нравится такой формат, где немножко залез чистой ручкой, чистым пальчиком отщипнул этого кремушка. И, в общем, пользуешься. До конца используешь, не то, что из тюбики там пытаешься выдавить какие-то остатки, не выдавливается, ты психуешь, короче. Вот я люблю вот такие вот банки. Все бы в такие банки, и не было, по-моему, счастью, предела. Я думаю, что, скорее всего, я вот эту вот баночку, она такая красивая, такая, знаете, добротная, тут стекло, красный такой цвет. Я, скорее всего, использую и оставлю, потому что вот я бы все крема для глаз из тюбиков переливала бы в такие банки. Значит, крем для глаз 731 рубль. И был подарок при покупке от 1500 рублей, вернее, от 1499 давали в подарок керлер. Он находится вот в таком вот красивом мешочке, конечно же. Но он никому не нужен. То есть я заказывала не из-за подарка, конечно, но так получилось, что дали в подарок. Я такими вещами не пользуюсь, массажерами, керлерами, гуаша всякими и тому подобное, камнями всякими, я этим не пользуюсь. Спросила у свекрови, она говорит, мне не надо, у меня ресничек нет, поэтому мне нечего там подкручивать. Я ей отдам, возможно, она просто
Он говорит, я говорю, выбрасывать? Она говорит, ну продай. Я говорю, такое вряд ли продашь, там, может, рублей за 100, но за 100 рублей я не буду дергаться, ходить на почту, в общем, тратить свое время. Она говорит, ну давай, чтобы не выбрасывать, я кому-то на работе предложу. Но новая вещь может кому-то понадобиться. В общем, такая штука, сразу ее отдаем, она нам не нужна. Так, далее очень выгодная была акция от марки La Miso. При любой покупке вы получаете набор масок, 10 штук в упаковке. Так, друзья, я вернулась к более нормальному ракурсу. Мне кажется, тот ракурс какой-то неудачный, там все как-то плывет, не фиксируется фокус. В общем, давайте продолжим. Продолжим и что хочу сказать. Керлер этот я уже отдала свекрови, она кому-нибудь на работе своим девчонкам, там подружкам предложит. И давайте продолжим. Значит, марка La Miso. Была акция при любой покупке набор масок в подарок. И как бы я не любитель вообще масок, потому что я уже говорила о том, что я не вижу от них какого-то положительного результата. То есть, ну, я либо просто делаю и делаю, либо вообще могут высыпания быть и так далее. Но от такой акции я не могла отказаться, потому что при любой покупке. То есть я покупаю вот такую вот маску, которая стоит 123 рубля с вином. Я посмотрела просто самые дешевые продукты. Самые дешевые продукты эти были маски по 123 рубля. В общем, я покупаю антиэйджинг маску с вином и получаю в подарок вот такой вот набор от La Miso, где у нас 10 масок в подарок. То есть вот такой вот набор дарят при любой покупке. Что самое интересное, этот набор на сайте Revgoš стоит 2 100, короче, что-то такое, чуть больше, чем 2000 рублей. То есть понимаете, да, что просто мимо такой акции я не могла пройти. Очень уж выгодно и заманчиво. Значит, это корейский бренд. Здесь у нас вот так вот, смотрите, целая куча вот таких вот индивидуальных пакетиков. Их там 10 штук. Так что вот такой вот набор с горой просто масок получаешь абсолютно при любой покупке. Я считаю, ну, это очень круто. И, кстати, до сих пор эта акция актуальна. Так что, девчонки, заходите, заказывайте по маске и получайте еще богатый подарок в подарок. Так, следующее. А следующее у нас будет декоративочка, а именно покупочка теней. И я решила для себя приобрести тени от Art Visage Mirage. Когда они только вышли, я сразу обратила на них внимание, мне они показались безумно интересными, и я решила, что мне обязательно нужно их купить. И я купила целых два оттенка, которые мы будем сейчас с вами свочить. Единственное, давайте скажу по ценам, что тени обошлись, каждая палеточка по 610 рублей, соответственно. Я потом применила промокод на минус 1000 и за весь свой заказ заплатила 2117 рублей. Но сейчас поменяем ракурс и приступим к сводчам. Вот такие вот две палеточки я для себя выбрала. Это у меня оттеночек 04 и оттеночек 03. Я сейчас, конечно же, расскажу, что я на какие оттенки делала ставки, какие оттенки мне были больше интересны. И после сводчинга скажу, оправдали ли они мое ожидание. Единственное, могу сказать, что я не ожидала, что они будут такими большими. Они действительно очень большие. Я думала, они будут раза в 4 меньше, наверное, как один вот этот рефил. Тут просто ими можно краситься, не перекраситься. Очень-очень-очень большие. Сколько тут грамм, я не вижу. Но не прям... А, 10 грамм, представьте, 10 грамм. В общем, у меня есть палетка вот Кика, там, где всего 2 грамма палетки. А тут... Так, ну что, приступим к свотчам. Значит, больше всего меня интересовала вот эта вот палеточка. Это оттеночек 03. Кстати, нигде вообще на Ютубе нет этих свотчей. Никаких рецензий на эти палетки. Единственное, я нашла на самую такую нюдовую палетку свотч. И все. Больше нигде ничего никто не хочет мне показать. Ладно, давайте приступим.
Посмотрите, конечно, вот этот самый темный, это промах. Это такой зеленый тоже промах. Ну, посмотрим, как он засвочится. Может, он не будет зеленым. Мне было интересно вот эти вот два оттенка. Холодный, серо, голубой, серый, этот васильковый такой. В общем, давайте свочить. О, они так набираются хорошо. Смотрите. Вот вам еще контент. Вау, честно, я не ожидала. Какой красивый, да? Зеленый, но в то же время и один матовый. Давайте с вами сделаем свотчи и посмотрим. Смотрите, какая красота. Друзья мои, я не ожидала такого от Art Visage. Просто потрясающие какие-то сияшки. Очень пигментированные. И этот зеленый, он такой еле-еле зеленый. То есть... Ой, друзья, какая-то движуха у нас дома сегодня. Не дают снять, но снимаю, как получается. Значит, это такой салатовый, он, знаете, он как серый, но с какой-то такой ноткой зеленой. Очень красиво, очень. Это такой вот серо-серебристый. Этот, посмотрите, какой красивый васильковый. Очень красивые оттенки. И оттеночек 04. Давайте тоже сделаем свотч. Мне, конечно, был интересен вот этот оттенок. Вот этот мне казалось, что он будет какой-то тауповый. Очень такие прям набираются, такие прям жирненькие. Ой, какая красота, честно. Я даже не ожидала. Не ожидала. Смотрите, какая красота. Так. Ого. Ничего себе. Ну, желтенький такой. Смотрите. Думала, может быть, они похожи, вот эти вот оттенки зеленых. Видите, они похожи, но нет, они разные. В этой палетке он более темный и более действительно зеленый. Этот же более в серый уходит. Смотрите, как красиво получается. Очень красивые, такие сияющие металлические тени. Я надеюсь, что на века будет так же круто переноситься. Надеюсь, что века зажевывать не будет. Но это просто какая-то феерия. Видите? У меня обычно что-то сияющее делаешь, свотчи. Ничего толком не видно. Ничего толком не понятно. А тут прям все хорошо понятно. Ладно, девочки, буду с вами на этом прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, что мое видео хотя бы немножко было для вас полезным и интересным. Всем пока-пока.